Здравствуйте. С прогнозом погоды на предстоящую неделю вас познакомит начальник службы гидрометеопрогнозов Дмитрий Рябов. На предстоящей неделе постепенно вновь на большую часть Беларуси вернется зимний характер погоды. Но при этом ожидается довольно-таки контрастная по температуре погода. Холоднее ожидается на северо-востоке страны, теплее на юго-западе. В начале недели страна будет находиться на юго-западной периферии арктического антициклона. И вместе с восточными ветрами к нам будет поступать более холодный, но влажный воздух с континента. И показания термометров будут постепенно понижаться. Во вторник местами по югу снег, мокрый снег. В отдельных районах туман, слабый гололед и на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью минус 1, минус 7. Максимальная днем минус 4, плюс 2. Далее страна будет находиться между двумя барическими образованиями. На северо-востоке страны холодный антициклон, на юго-западе погоду будет определять циклон с центром над Средиземным морем. А также ожидается прохождение атмосферного фронта, который принесет в среду и в четверг временами снег, по юго-западу мокрый снег, местами туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток минус 6, плюс 1. Ночью по северо-востоку при прояснениях до минус 7, минус 10, днем по юго-западу до плюс 3. В пятницу и в субботу также временами снег, мокрый снег, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток минус 6, плюс 1. Ночью по северо-востоку при прояснениях до минус 7, минус 12, днем по юго-западу будет теплее, там до плюс 3. В воскресенье морозы немного усилятся, и температура воздуха в течение суток минус 2, минус 9, ночью при прояснениях минус 10, минус 15. И местами ожидается кратковременный снег и на отдельных участках дорог гололедица. То есть уже в субботу и воскресенье температура воздуха ожидается близкой своим климатическим значениям. Желаю всем хорошего позитивного настроения, не хандрить, удачи и берегите себя.